Привет всем. Долго видосики не снимал, возился тут на даче с кухней. И проблема у меня, шампуры все время валяются, блин. Когда ешь, там на полянке, вся полянка ими усыпана. Я решил вот такого вот потаскуна сделать. Сейчас это все покажу, как будет работать. Короче, все обрезки, огрызки, всякие... Дрянь собрал, на пенсии потом с дерева сделал, если он себя хорошо зарекомендует. Ну, это типа, чтобы порядок, мясо съел, шампуры в него всунул, потом взял за ручку, утащил мыть. Короче, такая вот приблуда. Ну, глядите, что получится с этого. Провозился я. Что-то кто в Инстаграме глядит за мной, знает, а тут... В Ютубе спрашивают, куда делся. Делся я вот куда. Вот такую вот кухонку себе запилил на дачу. Эти шкафчики, кино есть про них, а про эту нету. Вот такая вот красотища получилась. Хотел, блин, всю столешницу так сделать. Ну, рейки уж какие попались в магазине. Распускал их вдоль, то есть по высоте, по ширине. И получился рисунок не совсем, как мне хотелось бы. Ну, фиг с ним. Короче, там еще будет одна вот такая же темная рейка, чтобы закончить, как привязать ее к вот этой столешнице, к самой. А шампурный потаскун он туда потом встанет и будет торчать там. Так что... Вот куда я делся. Почти неделю убил на эту кухню. Ну ладно. Короче, погнали смотреть, что получится. Так, ну что, готово. Ноги ему приделал. Это рассчитывается 2/3 там, треть тут примерно, чтоб перевешивало. Так что идея, может, кому понравится. Это также на стол поставил, похавал, засунул,
чтоб по полянке не валялись, а то у меня там собака шарахается, блин, глаза повыкалывает, так ничего не видит же. Ну, про исполнение, это чисто как идею я хочу показать. Конечно, с дерева можно прикольно сделать там какие-нибудь загогулины к нему, да всякую эту. И шампуры у меня без ручек, чемодан к ним делать как-то, да никто им не будет пользоваться, тут проще засунул, все же ленивые, блин, начиная с меня. Так что вот такая вот приколюшка. Все, собрал его из хлама, остатки от старой кухни, там черти че было, короче, эти куски ламината, это у меня пол. Огрызки оставались. Вот это кусок фанеры с предыдущего проектика. Ноги тоже от этого ГДРовский шкаф там стоял резиновый. Но они походу не с ГДР уже это. Сейчас такие делают. Раньше не было их. Ну вот, короче, кому понравилось, пользуйтесь, делайте. Тут можно что-нибудь придумать еще. Какую-нибудь под бутылку вина, не знаю, там что-нибудь. Короче, комбинированную такую приблуду или там сбоку под пивасик что-нибудь, кто что пьет. Так что вот такая приколюшка. Или опять же там развиваем мысль дальше, там под специи какие-нибудь баночки привязать к нему там. Короче, ну, возможностей миллион всяких там. Так что пользуйтесь, кому понравилось, ставьте лайки, кто не подписан, подписывайтесь. Всегда рад друзьям новым. А я буду дальше кухню в кучу собирать. Сейчас эту барахло, наверное, тут торцы придется маслом промазать у фанеры. Ну и нижнюю там тоже чем-нибудь смазать. Хотя жиром, наверное, нальется туда само. Ну вот такой видосик получился небольшой. Забегался я с кухней. Еле-еле силы нашел делать ее полчаса, может, 40 минут от силы. А если посчитать, сколько за лето раз шашлык делаешь, шампуры собираешь, на это время гораздо больше уйдет, блин, когда они валяются по всей полянке. Ну, всем пока. Спасибо всем за внимание. До новых встреч в эфире.